Намасте, меня зовут Анастасия, я массажист студии Нирвана, и сегодня Тимур пришел к нам на массаж Champi. Это довольно-таки энергичный массаж, так что надеюсь, вам понравится. Немного смочим, чтобы не было у нас огня. Не холодно? Нет. Ну, пока начинаем, я, наверное, немного расскажу о Champi для ваших зрителей, для наших зрителей. Это массаж энергичный, направленный на улучшение кровоснабжения, оттока лимфы, также для стимуляции нервных окончаний. Массаж полезен, он снимает стресс, улучшает сон, может понизить давление. Также может улучшиться зрение, как ни странно. Массаж начинается со стандартных движений, растирания для раскрытия кровеносных сосудов. Поколачивание для того, чтобы жидкость в головном мозге более лучше распределилась. Чем хорош массаж Champi? Здесь не нужно соблюдать работу по линиям черепа, можно работать в хаотичном, но главное в интенсивном порядке. Что еще хорошо? Работа с биологически активными точками, которых на голове более 100. Немного сжимающий характер в разных плоскостях. Сжимание черепа, вот это легкое сдавление, очень полезно, даже когда
ребенок при родах идет через естественные родовые пути, у него тоже идет сдавление черепа, что в последующем оказывает очень благоприятное воздействие на дальнейшее развитие. Для роста волос стимулируем нервные окончания, луковицы и улучшаем их рост. Движения легкие, сильных тут не нужно применять. Немного смещаем скальп. Работа с ушными раковинами. Сосцевидным отростком. Немножко пускаем. Крепление мышц шеи к основанию черепа. В головных болях, в мигренях очень хорошие точки для проработки. Доходим до сосцевидного отростка, ниже не нужно.
Работаем немножко с передней частью шеи. Грудино-ключично-сосцевидная мышца. Одна из таких мощных мышц шеи. Тут сильно давить не нужно. Очень мощные артерии с венами. Со вторым подбородком немножко боремся. Круговая мышца глаз. Мышца гордецов. Кто любит хмуриться? Носовые пазухи.
плечо, можем переходить к шее. Приступаем к массажу шейно-воротниковой зоны. Одно из важнейших мест нашего организма. Прорабатываем трапециевидную мышцу и короткие мышцы шеи. Давить здесь не особо нужно, легкими вращательными движениями для того, чтобы улучшить кровоснабжение. Плечевой сустав. Дельту. Немножко оттягиваем. Немного широчайший. Thank you.
На сегодня все. Спасибо, что были с нами. Все, отдыхаем несколько минут. Все, спасибо. Всегда радуюсь, когда находим массаж головы, потому что у нас довольно редко эта встреча. Все понравилось. Спасибо. Приходите еще, будем ждать. До свидания.